Всем здравствуйте! Я сейчас тоже подключусь, чтобы видеть себя везде. Всем привет! Привет, 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 привет! Так, ТикТок, если что, не обижайтесь. ТикТок, вы у меня с этой стороны стоите, потому что главная камера у нас Инстаграмная. Вот, Инстаграмеры, здравствуйте. Сегодня эфир большей части для вас. ТикТок, в прошлый раз вы смотрели, смотрели, написали всякие глупости на тему самолетиков, всего прочего. Сегодня участвуйте тоже, я буду вас подсчитывать иногда, если какие-то комментарии, какие-то вопросы будут появляться. Но больше сегодня прямой эфир будет посвящен моим любимым Инстаграмерам. Здравствуйте, вот как раз к вам. Я сейчас иду в эфир. А, мне нужны и плюсики, показывает Игорь, там жест такой за кадром. Это означает: поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите. Если связь хорошая, если картинка не лагает, если звук классный, мы ставим много-много плюсиков, чтобы я понимала, что у вас все хорошо. Тоже сейчас сама подключусь, чтобы посмотреть, насколько меня видно, слышно. Иду, 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 смотрю. О, класс, у нас уже 18 человек, круто. Только звука не слышу. Есть плюсики? Нет у меня? Как там со звуком? Так, 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 вот у меня есть, а у вас, у вас, у вас, жду плюсы от вас. Инстаграм, привет, привет, давай, давай, плюсики давай. Игорь, телефончик-то, яблочко показал один. Тиктокер, я не вижу ваши комментарии. Аааа! Тоже жду от вас плюсов, если слышно, если звук хороший. У меня инстаграм сейчас на микрофончике, а тикток просто на камеру телефона. Жду плюсики от ребят, что все меня слышат, что меня видят. Слушайте, плюсиков вообще толком нет. Меня никто не слышит, и никто не видит. <свят> Пожалуйста. А, нет, слушайте, надо выше было перемотать. Все, отлично. Плюсы, 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 плюсы. Супер, супер. Вы меня все слышите. Привет, 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 привет. Отлично, отлично. 22 человека у нас уже как быстро. Вот это суббота, вот это суббота. Сегодня же суббота, правильно? Я рада вас всех приветствовать. Вот сюда отложу, буду так глазить на старый телефончик глазком. Вижу, от вас тоже летят сердечки, я этому счастлива неимоверно. Здорово, что вы нашли сегодня времечко и присоединились к нашему эфиру. А, итак, тиктокеры, если вы не знаете, кто я, инстаграмеры, если у нас здесь есть новички, меня зовут Ксения, и вы попали на канал «Карта желаний Веста». А, я помогаю людям, как вы помните, реализовывать их мечты и желания, это основной, наверное, мой профиль деятельности. Мне помогает мой муж Игорь. Для тех, кто не понимает про какого Игоря шла речь, и э, мы производим вот такие вот наборы для создания карты желаний и просто с вами беседуем на много разных интересных тем, как прокачаться, как заняться собственным саморазвитием, как сделать так, чтобы мечты сбывались и немножко говорим, как так поколдовать и пошаманить и чего там куда поджечь для того, чтобы все сработало и все исполнилось. Так нас уже много людей закрепите, пожалуйста, тему эфира. У нас там есть. Есть э, товарищ Игорь, который отвечает за прикрепление тем. Э, сможешь да, ли да. ты? Он говорит, что я не могу. Хотя на самом деле я много раз видела, как люди делают это во время эфира. У нас тут а у нас обновился инстаграм, и мы не можем, да? Ну так вот. Игорь сказал, что это невозможно, поэтому я вам просто объявлю тему эфира. Тема эфира у нас сегодня будет ⁇ аффирмации, установки ⁇ как их прорабатывать. И вот я хотела вам сегодня очень-очень показать нашу новинку, наши ежедневники. Это наша личная разработка. И сегодня покажу, чем они уникальны, как, и, как их использовать, что с ними делать и как вообще это работает. А, ну, наверное, первым делом я хочу вас спросить, а, кто вообще из вас знает, что такое карта желаний? Кто знает, ставит единичку, а кто ничего об этом не знает, ставит нолики. И я пойму, с кем мы сегодня собрались вместе. Единичка, вы в теме нолик, вы вообще ничего не понимаете. Жду ответов от вас и сразу комментарии. Смотрю, кто что пишет. Единичка, вы в теме, вы знаете, что такое карта желаний, знаете, что такое аффирмации, знаете, как это работает. И вы ничего об этом не знаете, никогда не делали карту желаний, только хотите, попали сюда случайно, не понимаете, о чем я. Ставим нолики. Иду смотреть, что отвечаете, кто у нас здесь сегодня собрался. Единички, пока вижу единички, единички. У нас сегодня все знают знающие люди собрались. Вижу одни единички. Слушайте, как здорово, а? Как я прокачал это народ. К нам стали ходить осознанные товарищи. Ну что, здесь есть нолики, нет? <с> вот, и есть нолики. Есть те, кто пришел в первый раз. А, и жду, жду, жду еще немножечко ответов. Посмотрю общая масса, кто собрался. Круто, что вы все знаете уже. У нас вообще в основном одни единички. Отличная тема, интересно послушать. А вы единичка или нолик? <с> вот, и вижу, нолики тоже появляются. Отлично, отлично, замечательно. Ну что, я рада вас приветствовать и давайте поехали. Буду понимать, что вы большинство в теме, поэтому будем говорить с вами как с самыми продвинутыми товарищами, которые все-все-все уже знают. А, кстати, слушайте, если вы в теме, делали ли вы карту желаний и поделитесь результатами, сработало у вас или не сработало. Вот пока я сейчас буду говорить, прям делитесь, прям пишите там, да, сработало, или пишите, нет, не сработало, и мы попробуем с вами разобраться, от чего это, собственно, оно не сработало. Прям буду сейчас смотреть, что вы отвечаете, и рассказывать. Я единичка вот ответила мне, Анжела. Понятно, Анжела. Ну что, наверное, давайте выдохнем. Я так помедленнее заговорю, а то качаю-качаю вас, чтобы вам было веселее и интереснее. О чем сегодня будем говорить? Об аффирмациях. Что такое аффирмация и почему они так сильно влияют на нашу жизнь? Мы с вами на прошлом прямом эфире уже начали касаться этой темы, и сегодня я хотела бы у вас спросить. Все в курсе, да? Ведь что такое аффирмация? Я думаю, это некие устойчивые выражения, которые влияют на нашу жизнь. Люди дают различные объяснения. Можете написать, что для вас такое аффирмация? Прям напишите. А, слушайте, все говорят, что в теме, но многие пишут, что даже не делали, да, вот у нас есть такие, да, сработала, да, сработала, не сработала, не делала, делала вашу карту, несколько желаний сбылось, класс, поздравляю, не делала, не делала, не делала, сделала карту желаний, судей рождения 33 года, потихонечку работает, что-то еще, видимо, в процессе, то есть, ну, большинство у нас, в принципе, собралось тех, кто в целом не делал. Итак, давайте сама на свой вопрос отвечу, почему аффирмации так сильно влияют на нашу жизнь. А, наш мозг обладает некой такой волшебной функцией, можете считать. Можете считать, что рядом с вами всегда ходит ваша волшебная палочка, которая умеет притягивать события в вашу жизнь. Кажется, звучит очень странно. Мы любим оценивать события собственной точки зрения, говорить из ума, говорить из эго. Диспенза об этом очень классно говорит на тему ума и мыслей. А, он говорит о том, что я не мои мысли. Очень круто фраза и мы сегодня попробуем разобраться что же эта фраза значит и почему мы можем с вами вот именно вшить какую-то идею которая начинает на нас влиять постоянно круглогодично неважно что происходит я на прошлом эфире рассказывала вам про знакомую свою знакомую приятельницу с которой мы вместе лежали в больнице много-много лет назад и которые просто каким-то воздействием своего мозга смогла себя разбудить во время того, как ей делали операцию, когда она лежала под наркозом, под полным наркозом. То есть она вообще была отключена полностью, но при этом в середине операции она умудрилась проснуться. И это был самый-самый большой ее страх. Если вы замечали, я думаю, замечали, то страхи, они сбываются эффективнее всего. Потому что страхи обладают некой такой сильной вибрацией, сильной энергией, когда мы легко и просто соединяем то, что у нас в голове и то, что у нас в душе. И как бы такая вот сильная волна от нас исходит, и таким образом мы притягиваем события. Можно делать и от обратного. От обратного это значит притягивать хорошее, а для этого нам нужно делать то же самое по факту, просто думать и чувствовать одно и то же. В принципе, так и желания да, исполняются. Это называется создание намерения: намерение внутреннее соединение, внешнего соединения, объединение вот этих факторов, и за счет этого мы начинаем в свою жизнь что-то притягивать. А, собственно, что и произошло с моей девочкой, только у нее в плохую сторону, но мы будем учиться с вами делать это в хорошую. Кстати, мы такими вещами на марафоне занимаемся. Что вот у нас в ежедневниках и зачем мы это делали а, аффирмации когда вы каждое утро повторяете себе одно и то же можно вечером но лучше утром а ваш мозг на подкорке на каком-то там уровне своем начинает эту фразу крутить всегда и везде как ответ на любой ваш вопрос ну например вот моя любимая фраза все что не делается все к лучшему. Соответственно, на любую ситуацию в своей жизни я всегда произношу эту фразу. Это как кодовая защита для меня от любого негатива. Когда что-то не то происходит, вот как вот сейчас я вам писала в сторис сегодня, что у нас заблокировали, например, Яндекс Дзен. Первое, что я думаю, я не впадаю в отчаяние. Я думаю... Все, что не делается, все к лучшему. И это залог моего оптимизма, залог моей надежды. И каждый раз, когда я сама себя самонастраиваю на это, события реально начинают реализовываться и меняться в лучшую сторону. Как работает сила подсознания? Например, мы с вами захотели, давайте вот представим, вот вы захотели в Италию или куда, в какую страну мира хотите, напишите мне, вот куда бы вам хотелось съездить, напишите и попробуем разобрать, как это загадать, а я буду смотреть. Какую страну мира будем загадывать? Давайте придумаем вместе с вами, какую страну мира полетим, куда нам надо или что, куда хотите поехать, путешествовать, где-то переехать куда-то, пожить. Напишите мне страну любую, кто вот первый, того сейчас и разберем. Жду ответа. Жду ответа. Страна любая. Любая страна. Любая страна, которая приходит в голову. Вот, Париж, все, успела. Девушка, не, не успели с Турцией. Париж, летим в Париж. Давайте представим: вот я хочу в Париж. И не просто так в Париж. Хочу в Париж на месяц пожить. Вот такая вот у меня будет мечта. А, от, даже вот. Пофиг, да, что коронавирус, говорит, почему бы не мечтать, да? Есть какие-то вот такие штуки, которые нас могут ограничивать во вселенной, но это не значит, что у нас с вами не получится. А, давайте разбирать вообще, как загадать Париж так, чтобы он сбылся и чтобы он сработал, даже как какая-то вот аффирмация. Что мы с вами делаем? У нас есть с вами карта желаний. На эту карту желаний у нас есть сектор путешествия. Не знаю, видно у вас или нет, но должно быть видно. Мы выберем картинку Париж. То, что будет для нас символом. Ну, чаще всего Париж это что? Ну, конечно же, Эйфелевая башня. Мы выбираем среди картинок. Сектор путешествия. Ну, вот с вами сейчас быстренько, собственно, это и проделаем. Так, 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 так. Вот он, сектор путешествия. А, о, кстати, как удачно! Сразу в наборе стандарт даже, по-моему, он есть. Вот, допустим, вот Париж. да Все хотят в Париж. Мы вырезаем эту картинку Парижа. Картинки наши на самоклейке. И перед тем, как наклеивать этот Париж, мы с вами закрываем глаза и готовимся визуализировать. Если есть возможность перед этим, мы медитируем, если такой возможности нет, то мы подразумеваем, что мы уже все с вами расслабились, да? сидим, составляем карту желаний, находимся в каком-то таком тета-состоянии, вот прям такие вообще очень расслабленные, в таком кайфе это делаем. Закрыли глаза и представляем Париж. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно с вами представить, как будто мы оказались в Париже. Возможно, вы почувствуете аромат кофе какого-то, возможно, вы почувствуете аромат булочек, возможно, вы представите, как вы сидите в кафе или стоите в очереди, не знаю, в Эльфовую башню, да, гигантскую. Ну, то есть, это любая ваша фантазия на тему. Для меня, например, кстати, когда я, я была в Париже, и когда я раньше о нем мечтала, я себе представляла, что идет дождь, и я сижу в кафе и пью кофе, и у меня обязательно круассанчик такой лежит. Но ну, у меня такая фантазия была, мне прям было важно, что Шел дождь на манмарте где-нибудь, и я такая сижу, попиваю кофе с красивым видом. Но у меня такая фантазия была. Вы соответственно придумываете свою фантазию, что будет являться для вас подкреплением того события, что ваше желание сбылось. Закрыли глаза. Очень сложно это делать с открытыми глазами, потому что вам нужно включить другие чувства. Вам нужно почувствовать, осязать, да, вот это вот состояние. Может быть, кружку представить, как вы трогаете, прям вот на кончиках пальцев это ощутить, ощутить, э, как вы видите эту картину картинку, как вы чувствуете аромат, внутри почувствовать вот это ощущение, некую такую волну поймать, такого некого счастья, да, наполненности, тепла. Вы можете почувствовать это по-разному. кого-то будет покалывать вот здесь вот в ладошках. То есть вот постарайтесь сделать это прямо сейчас вместе со мной, как я говорю, только в вашем случае будет та страна или тот город, куда вы хотите попасть. Закрываем глаза и мысленно туда переносимся. Представляем, что вас окружает, может быть, какие-то звуки вам услышать. Это называется визуализация. Собственно, сейчас мы разрабатываем целый курс, который будет этому посвящен. Это будет называться школа визуализации. Он будет, будет очень большой, мощный. На нем мы будем заниматься прокачкой. А сейчас пока у нас есть небольшой такой бонусный блок. <laughs> и называется марафон желаний. А сейчас уже на него запись идет. Там мы делаем такие вещи, ну, немножечко, да, медитируем, разбираем установки по нюансам. А вот в школе визуализации это будет прям объемный такой пласт работы. Ну что, я надеюсь, что у каждого из вас сейчас получилось, вы закрыли глаза и представили. А, да, Игорь говорит, но это я попозже вам расскажу, это пока сюрприз будет. Закрыли глаза, представили, почувствовали. Напишите, кстати, вы получилось или не получилось, хочу еще посмотреть. Так, вот нам пишут, коронавирус еще меньше туристов. У кого получилось, напишите, пожалуйста, вы поставьте плюсик, у кого получился аромат почувствовать место, где вы находитесь, да, или почувствовали, как пальчики согрелись, или почувствовали, как внутри покалывать стало, какую-то наполненность, вот прям поставьте мне плюсик, пожалуйста, что у вас вышло, или, допустим, минус и вы вообще не понимаете как это сделать вот не получается и все то есть вы закрываете глаза и мысленно никак не можете туда перенестись поставьте плюсик или минус и мы посмотрим как у вас выходит может быть напишите минус и напишите почему тогда да вы думаете не получается что конкретно не выходит или если плюсик то поделитесь ощущениями как это было так смотрите какие разные страны у вас мальдивы париж съездить в стамбул италия турция а, что еще есть Пакистан, неожиданно, как-то сейчас не то время, когда надо в Пакистан, Франция, Бразилия, Греция, в коронавирус еще меньше туристов, круассаны, о, круто, получилось, плюсики, 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 видите, у кого-то есть плюсики, минусики, даже мурашки по телу, мурашки, это вообще класс, это значит прям огонь, как получилось плюсики плюсики моя любимая Испания а, Монмарт запах красок и холстов кофе вот видите кто-то ощущает прям а, да но ну, Монмарт очень красиво Швейцария здорово 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 получается отлично ну суть уловили да то есть любое желание которое вы клеите на карту желаний вы прорабатываете именно таким образом именно визуализация здесь будет работать крючком который запустит вообще всю цепочку событий что мы еще с вами делаем с этим желанием у вас не должно быть связано каких-либо установок. Что это такое? Итак, есть установки, есть страхи. В целом очень похоже. Что такое установки? Например, мы с вами собрались дружненько в Париж. Но, я не помню, кстати, как звали девушку, которая первая успела написать. Давайте представим, что ее звали Ольга. Оля хочет в Париж. Очень хочет, но есть проблема. Оля считает, что она не знает английский и французский, и ей будет очень сложно э, в другой стране. И установка ее звучит так: В другой стране, в другую страну нельзя поехать, если ты не знаешь языка. Все. И у Оли есть четкий затык, четкая установка: что в другую страну без языка не поехать. Это как бы все, конец. Почему? Сейчас Оля классно мечтала, Оля представляла, как все это сбудется, почувствовала, как все покалывает, все здорово. Но ее голова абсолютно вообще, 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 вообще не согласна с тем, что это возможно. Оля полностью уверена, что так не бывает. Соответственно, хоть ее сердце в это и верит, ее мозги в это не верят. И когда не происходит это соединение, Зеланд это называет соединение внутреннего и внешнего намерения. То есть по факту внутреннее намерение есть, а внешнего намерения нет что ничего не сработает. Диспенза, когда и вообще, если вы квантовую физику почитаете, они очень интересные исследователи показывают этот момент, что от нас, когда мы о чем-то думаем, сходят некие волны в пространство. И если у вас здесь вот волна, допустим, идет вот с такой частотой, да, четкой, а здесь у вас там какая-то кривообразная сердце поперло такая, все вам надо, вам надо, и вы понимаете, что эти вещи между собой не резонируют, поэтому, собственно, Основная волна как некий импульс, да, куда-то в космос, в Вселенную, смотря во что вы верите. Но суть остается сутью, да, то есть некая волна от вас не исходит. Поэтому, как какой-то передатчик, вы перестаете работать, потому что не синхронизируются вот эти два импульса. Кому интересно, о чем я сейчас говорю, идем, читайте квантовую физику, идите читайте диспензы, там об этом более подробно. А что мы делаем для этого? Как нам переубедить собственный мозг? то мы можем поехать в Париж, но потому что сердцем я в Париж хочу, мне очень надо. Для этого вы можете использовать проработку установок или создавать свои собственные аффирмации. Что мы можем сделать? Мы можем выписать свои установки, связанные с этим желанием, и написать рядом те установки, которые будут на вас влиять. Этим самым вот так вот подробно возле каждого желания мы занимаемся на нашем марафоне желаний. Так что если вам вы понимаете, что вам это надо, и вам надо прям вот так вот каждое желание проработать, приходите к нам, мы будем там очень подробно этим заниматься, разбираться со страхами, почему вот там из детства, вот допустим, ситуация, то, что вы не, вли... не общаетесь с отцом, будет напрямую влиять на то, какое у вас благосостояние сейчас. Кажется, что это безумно, но связь будет абсолютно прямая. И такие вещи мы тоже разбираем на марафоне. В общем, приходите, будем копаться, будем разбираться, почему мечты не сбываются. Это особенно актуально для тех, кто писал, что карту желания делал, но ничего не сработало. Это значит, что вы что-то делаете не так, и надо разбираться, что. А, иду к установкам. Самый простой способ ⁇ это создать себе аффирмации, которые вы каждый день произносите себе каждый-каждый день без исключения. Тем самым вы начинаете себя как бы программировать самостоятельно. Ну, например, с самого детства вам говорят, Какую-нибудь фразу давайте возьмем такую. И если ты пойдешь на улицу, не оденешь шапку, у тебя промокнут ноги, то ты обязательно заболеешь. И вы настолько искренне начинаете в это верить, что когда вы выходите на улицу, вы на следующий день, если у вас промокли ноги и вы походили без шапки, обязательно заболеете. И это сделаете вы собственным мозгом. Вы просто запустите программу болезни таким образом. А при этом у вас будет куча примеров перед глазами людей, которые ходят на улице, купаются в воде, которая минус, минус, какой минус, какой-то там минус в проруби, да, купается, и с ними все нормально, они ходят без шапки, и они не заболевают. А конкретно у вас есть вшитая программа, что если вы вот так вот так, что я получу вот это, вот это. И мы настолько начинаем в это искренне верить, что сами влияем как бы на события, которые происходят. Наш мозг просто волшебен именно тем, что он может управлять телом, запускать механизмы, также отключать эти механизмы. Это все к диспензе. Читайте, там прямо очень много исследований на эту тему, и эти исследования потрясающие. Причем, я думаю, многие из них вы даже слышали, например, про спортсменов, да? Наверное, многие знают. Знаете эксперимент про спортсменов? Напишите мне, пожалуйста. Если не знаете, расскажу. Жду, жду. О, ничего себе, у нас сегодня 39 человек. Класс! Кто знает эксперимент про спортсменов, дайте мне знать. Поставьте плюсик. Если не знаете, поставьте минус, я расскажу. Там прям напрямую о том, как наш мозг влияет на наше тело, на наши события, которые происходят. Жду, 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 жду плюсики, минусы, плюсики, минусы. Знаете про спортсменов? Плюсики, не знаете минусы. Задержка идет в звуке, поэтому не вижу вашей активности. А пока покажу, пока вы там голосуете. А в наши ежедневники покажу и почему вам они будут полезны именно для проработки иду показывать кроме классной крутейшей обложечки это кстати твердая обложка мы получаем с вами в наших ежедневников вот такую дизайнерскую бумагу сам ежедневник он разделен на 9 частей 9 частей это 9 направлений нашей жизни это мы делаем на основе сетки багуа кто знает фэншуй, тот в курсе, что наша жизнь состоит из девяти направлений жизни, из девяти секторов, и есть у нас девять направлений света. Фэншуй ориентирует их географически, соответственно, эти направления по секторам света и говорит, что каждый сектор влияет на каждое направление нашей жизни. Это, это вы, наверное, слышали, да, историю, где поставить кровать, куда поставить тумбочку, где должен находиться санузел и тому подобное. Вот здесь примерно о том же, но мы с вами делим на 9 частей по, по сетке Бугуа а, для того, чтобы в нашей жизни был баланс и не было перекосов. Собственно, карта желаний тоже по сетке Бугуа. Вот она прямо перед вами. Сетка Бугуа сейчас построена. Что это значит? Каких еще перекосов? И о чем я? Существует некое колесо баланса. Наша жизнь должна быть сбалансирована. И если вы прокачаете какую-то одну сферу, то другая у вас может западать. И в этом случае ваша жизнь не будет представлять собой некое колесо. Об этом мы тоже подробно в марафоне говорим. Я сейчас стараюсь азами, да, вот так сверху вам объяснить. А задача каждого человека делать так, чтобы его жизнь была прокачана во всех сферах. И мечтать нам нужно тоже во всех сферах. И многие из вас сталкиваются с такой ключевой ошибкой, когда вы пишете, например, богатство много, путешествия много картинок, семья много картинок, а вот здесь на любви хоп, затык. Я не хочу любви, хочу быть всю жизнь одна, мне никто не нужен. Или, например, затык в славе. Вы мне пишете: Я не понимаю, не хочу славы. О чем это? У нас, кстати, есть в наших наборах специальная расшифровка по каждому сектору. Когда там более глубокая понятия все расписаны, что включено в каждый сектор. То есть не просто здоровье, а прям полный перечень. Не просто семья, а полный перечень всего, что туда может входить, чтобы вам было проще и легче при этом. А это у нас все в наборах есть, то, что я сейчас рассказываю. Вот это тоже, кстати, в наборах есть вот такой лист большой, на котором вы создаете. Соответственно, ежедневник мы также разделили на 9 частей, это для вашего удобства. Я, конечно, когда его создавала, задумывала, что вы в каждом секторе будете прорабатывать свои желания. Прям хорошенько прописывать в том же стиле, вот как мы сейчас с вами разбирали, да, прописывая каждые установки, страхи, цели, возле каждого желания будете это делать. Если у вас, соответственно, есть какие-то свои планы ежедневник, то используйте, естественно, хозяин-барин. Рассказываю, что здесь еще вы найдете. В каждом секторе вы найдете вот такие аффирмации. Самые-самые лучшие, самые крутые, засовываю туда те, которые использую лично. Смотрите, самые-самые такие прям топ-топ топчик <laughs> аффирмации показываю там каждому сектору они подключены и у вас здесь есть инструкция тоже чтобы вам было понятнее как пользоваться ежедневником в самом начале с описанием что внутри с правилами с объяснением как вам создавать свои аффирмации чтобы вот эти установки прорабатывать здесь вы все почитаете все посмотрите Каждый день вы заходите в ваш ежедневничек рано утром и прочитываете как минимум по одной аффирмации с каждого сектора. Здесь прописано, как читать аффирмации так, чтобы они на вас работали, а не так, что просто прочитали и пошли дальше. Потому что есть определенная техника, как нужно читать аффирмации. Примерно как визуализация, если вкратце. Вот здесь я подробно прям расписываю вам, как ими пользоваться. Что еще? Что делать вот с этими дизайнерскими листами? Это бумага из разных стран мира. Мы специально отобрали разную по текстуре, абсолютно. Я не знаю, насколько это видно на камеру, но физически, если трогать, то они абсолютно разные. Это просто рай для визуалов и тактильщиков, потому что здесь прям можно кайфовать. Я хочу вам просто разные текстуры показать. Вот смотрите, кожа есть черная, белая. Что с этим делать? Это вы используете для визуализации, для осознанности, для проработки. Что это значит? Осознанность ⁇ это значит находиться здесь и сейчас. И не сливать свою энергию ни в прошлое, ни в будущее. Да? Это, наверное, самое сложное, когда говорят, ну, значит, вы должны придумать желание, захотеть, чтобы они исполнились, а потом больше об этом не думать. Звучит просто <laughs> сумасшествие: да, строй цели, делай действия, но про желания свои не думай, звучит очень странно. Но ключ, наверное, к нашей жизни, к успеху это вот умение искать вот этот баланс, когда ты не сливаешь энергию в будущее, не живешь в прошлом постоянно. Потому что как только вы начинаете прокручивать эти старые пластинки: а вот что бы я сказала, если бы это произошло, а вот он тогда так поступил. Ой, ну почему он это сделал? Вот ваше эго, ваше ум начинают включаться, и вот эти вопросы начинаются: а почему, почему, вот это ваше Я начинает выходить, и ваша энергия вся сливается туда. И в итоге весь день проходит на смарку для своего какой-то будущего, для мечты вы ничего не сделали, и получилось так, что все слилось в прошлое. Или же наоборот, вторая ситуация, да? Кстати, вот есть тут такие, кто понимает, что такое сливаться в прошлое и крутить пластинки в голове? То есть вы идете по улице, да, тут солнце светит красивое озеро, уточки плавают, а вы идете и понимаете, что вас здесь нет. Вы либо в инстаграмчике, это один путь выхода, да, ситуации из мира настоящего, либо вы ушли в прошлое и крутите картинки, как оно было, что вы кому не сказали, или кто что сказал вам, или кто что сделал, и вы даже не замечаете ни уточек, ни озера, и даже не помните, как вы там прошли быстро. Есть такое? Ну-ка напишите, кто понимает, о чем я. Что, что может быть вторым, да, еще можно в будущее слить энергию. Что это значит? Сейчас я не живу. Все хорошее будет потом. Вот купим квартиру, вот переедем, вот тогда будем жить. Вот э, соберусь, путешествуя, съезжу вот тогда будем жить. Вот э, отучусь в институте, вот тогда заживу. Вот отучу ребенка, вот подрастет через годик, через два вот тогда заживу. Вот сейчас муж найдет нормальную работу, вот тогда заживем. А сейчас мы как бы не должны жить. Сейчас как бы пофиг, сейчас все хреново и ладно. Но вот это тоже слив энергии, когда вы не здесь, не в настоящем. И искусство жизни ловить вот некий этот баланс, когда вы создаете желания, не зацикливайтесь в них, не уходите в это будущее и только в них живете, а живете здесь, сейчас, постоянно какие-то действия, аккуратные шаги такие создаете, но находитесь в этих шагах внутри, головой находитесь там. О чем я? Когда мы карту желаний создаем, вот вы эти картинки наклеиваете, и вы по факту внутренне отпускаете, вы вытащили все из своей головы. Оно осталось вот здесь, на бумаге, и мы говорим вам, повесьте карту желаний так, чтобы вы видели ее утром и вечером. Для чего? Вы когда утром видите их, вы такие, о, да, и вы помните, вы помните, что самое главное, мы все время забываем, как бы засыпаем и начинаем жить вот в неком таком белков колесе, да, дела, 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 а зачем? И вот этот ответ ваш, зачем? Вы просыпаетесь утром, и вы помните. Вечером приходите и снова помните. А в течение дня вам не надо помнить. У вас есть мозг, есть подсознание, которое начинает вот в таком фоновом режиме заниматься поиском. Когда мы с вами создали вот эту историю про путешествия, она начала работать на вас. Все, ваш мозг знает, эта девочка или этот мальчик, он хочет в Париж. Ему надо в Париж. Вот ту картинку помнишь? Все, мозг ее запомнил. И теперь просто фоново в фоновом режиме ваш мозг начнет ходить без вас. Вы тут где-то своими делами делаете, мимо уточек шли, в инстаграмчике зависали, как и зависали. Но мозг ходит и анализирует вокруг. А что связано с Парижем? А как ей помочь? А как туда попасть? И ваш мозг случайно, абсолютно случайно, хотя это будет не случайно, вы проделали целую работу, да? Вы подумаете, что случайно. Заметит, например, там, курсы французские, Сусского, к примеру, первое занятие бесплатно, и Оля такая. Хм! курсы французского первое занятие бесплатно где-нибудь в метро ехала табличку увидела раньше на нее внимания не обращала и поехала да на эти курсы туда пришла там например есть Ваня какой-то Ваня учит французскому этот Иван набирает группу к примеру которая проедет там во Францию и будет что-нибудь делать экскурсоводами к примеру и она такая я не знаю французского но мне очень интересно а он говорит так там не нужен французский там нужен русский потому что мы будем русских людей возить и, соответственно, она начинает с ним общаться, находит какие-то пути например, у нее нет денег на эту поездку, ее мозг, соответственно, начинает решить следующую задачу, следующую, следующую, следующую. И потом, в один прекрасный момент, она понимает, что она сидит в этом кафе с этой кружечкой, и, возможно, Иван <соценно> станет не просто Иваном в ее жизни. Ну, например, да, мы никогда не знаем, что будет происходить дальше. То есть, любые события это всегда цепочки. Вы никогда не знаете, зачем они в вашей жизни появляются. Но хорошо, если вы заранее попросили, придумали свою жизнь. Вот представьте, что мир это скатерть самобранка. И вот там можно попросить все, что угодно. Реально, все, что угодно может сбыться. Я могу вам это точно и смело заявить, что все, что угодно может сбыться. Но мы забываем самое главное. Мы забываем выбирать. И когда вы не делаете выбор, в вашей жизни происходит все стихийно, тут что-то одно свалилось, там другое, ну потому что вчера она шла, запульнула в космос, что ей надо, ну, не знаю, ботинки какие-то, сегодня пошла в другую сторону, оказалось, что ей надо в Париж, потом пошла в третью сторону, не в Китай, потом сказала, хочу в своем доме жить, потом нет, передумала, хочу в квартире, и получается, что нет какой-то синхронизации, что надо-то конкретно. Когда вы работаете над картой желаний, вы конкретные цели выбираете, четкие. И ваша задача прям реально продумать каждый нюанс, каждый момент. Люди, когда нам говорят, что делают карту желаний за полтора часа, я думаю, как? Да как это вообще возможно? Самые эффективные карты желаний создаются по 5 часов, по 6. Некоторые садятся по 2, по 3 этапа. Да потому что, чтобы каждое желание проработать, это ж надо минимум 5-10 минут. Если ты делаешь там хотя бы 5 картинок в сектор, то представьте, да, это уже на один сектор у тебя будет уходить минут 30. И ты пока в этом полностью закончишь, ты прям просмакуешь каждую деталь, вот тогда это сработает. Очень тщательно мы это делаем. По поводу аффирмации, да, начала говорить, как вот использовать вот эти вставочки, да, в ежедневниках. Показываю сразу, давайте, мастер-класс, как использовать. Представляем с вами, что мы хотим крутой автомобиль. Представили мысленно, что мы хотим крутой автомобиль. Закрыли глаза, как мы с вами в прошлый раз делали. Давайте делайте вместе со мной, кто хочет какой-то автомобиль. Будем сейчас вместе визуализировать и создавать. Тикток, привет, вы у меня там еще не уснули. Давайте вместе прям практическое упражнение. Присылаем, призываем <связываем> свою жизнь, самую крутую тачку. А, я возьму черный салон. Вот здесь можно взять этот беленький, еще белая кожа. Здесь где-то есть, где-то есть. Вот тут. <связываем> так, тип-то, как вы там? Тик-Ток приходит, уходит, приходит, уходит. Ну ладно, ничего страшного. Итак, представляем, что у нас появляется тачка в нашей жизни. Для этого мы с вами выбираем цвет тачки. Сразу выбирайте мысленно цвет тачки. Закрывайте глаза крепко. Медитировать мы с вами не будем будем просто визуализировать. А, надеюсь, что у вас у всех все получится. Закрыли глаза, отключились от всех шумовых завес, которые рядом с вами, и мысленно представьте. Давайте вдохнем глубоко и выдохнем, чтобы было легче. Ну, хоть у нас и не медитация, но нам надо немножечко погрузиться в себя. Глубоко вдыхаем и также глубоко выдыхаем. Мы замедляем наше дыхание максимально. Чувствуйте его сейчас, почувствуйте, как вы дышите, почувствуйте, как воздух проходит сквозь легкие, как они наполняются. Наполняйте воздухом живот и также медленно сдувайте. Сейчас попробуйте мысленно представить, что вы видите тот автомобиль, который вам нравится. Представьте, как он выглядит. Представьте, какого он цвета. Посмотрите, как солнце переливает краску на нем. Видите ли вы цвет капота, может быть. Как выглядит багажник. Представьте, что вы подходите к этому автомобилю, посмотрите на эту ситуацию сверху, увидите, как вы идете к автомобилю и уже почти-почти дотронулись до этой ручки на двери. После того, как представили, погрузитесь в свое тело и попробуйте почувствовать прикосновение к ручке, когда вы ее открываете услышьте какой-то звук, может быть, какой-то щелчок, может быть, вы услышите, как ключи сработали, может быть, на машине есть кнопочка, которая открывает дверь. Открывайте эту дверь и садитесь в салон. Ос осмотритесь внимательно, глаза пока не открывайте. Мы находимся в той ситуации и осматриваем салон, который перед вами. Посмотрите, какого цвета этот салон. Почувствуйте рукой текстуру кожи. Вот сейчас вам бы наш ежедневник очень пригодился, потому что вы смогли бы это делать физически и ощущать тактильно салон кожи. Почувствуйте аромат, запах, который есть в машине, вот этой вот новой кожи, как он пахнет. Дотроньтесь до руля, почувствуйте вот этот вот тактильные вот эти ощущения сумасшедшие, когда ты дотрагиваешься до абсолютно нового руля. Представьте, как вы нажимаете на газ. Прям почувствуйте ногой, как вы нажимаете на газ и как начинает реветь двигатель. Ощутите это, прям Физически услышьте звук, почувствуйте внутреннюю радость и наполнение от осознания, что эта машина принадлежит вам, что мечта вот прямо сейчас, она сбылась. Ощущайте это прям до кончиков пальцев, прям ощущайте мурашки на теле, которые бегут от этого счастья, то, что мечта сбылась. Побудьте в этом состоянии. Разрешите своему мозгу сейчас обладать этой машиной. Все посторонние мысли гоните прочь, только чувствуйте вот это вот состояние, как вы здесь, вы сейчас, вы находитесь в машине, которую вы давно хотели, и вот она здесь, вот она ваша, она принадлежит именно вам. Вы можете нажать на газ прямо сейчас и мысленно на ней поехать в любое место, куда бы вам захотелось. Прям представляете, как дорога, может быть это бездорожье. Вы нажимаете на газ, едете на той скорости, на которой вам нравится. Возможно, вы обгоняете другие машины. Может быть это кавриолет, и у вас развиваются волосы, потому что вы открыли крышу, на вас светит солнце, вы ощущаете ароматы, запахи дороги, чувствуете новые резины, ощущаете рев мотора и чувствуете, как вы движетесь куда-то, куда вам хочется. Ну что, это был маленький вот медитацию, Сейчас несколько раз вдохните и выдохните, чтобы не выходить из этого состояния резко. Медленно откройте глаза и потрите вот так ладошки друг об дружку. А после этого накройте вот так глазки и почувствуйте тепло, которое есть в ладонях. И постарайтесь ощутить вот это вот состояние от ладони, которое сейчас исходит, эту энергию, которая у них появилась. Можете прям, если хочется, прям погладить себя по всему телу, чтобы поделиться вот этой позитивной энергией со всем, со всем своим существом, со всей своей физической оболочкой. Ощущайте это сейчас. Посмотрите на мир вокруг вас. Если вы закрывали глаза, вы сейчас точно увидите разницу, как изменяется состояние физики вокруг, эта комната, будь то неважно, где вы находитесь, дом, улица. Вы сейчас это должны физически ощутить, вот это вот покалывание. То, что мы сейчас с вами делали, это называется отчасти медитация, потому что мы не погрузились с вами полностью, да? но я думаю, многие из вас уже почувствовали что-то. А, можно сказать, что это была качественная, хорошая визуализация. На самом деле можно было еще поработать. Мы сейчас с вами делали коротенькую версию, потому что мы с вами в прямом эфире. А на наших марафонах мы вот делаем прям медитации с полным погружением. Кстати, вот сейчас я хочу сделать новое направление. У нас появится медитация на каждый сектор. То есть у нас будет, допустим, медитация на сектор путешествия и помощники. Вы включаете ее на 5 минут, погружаетесь в это состояние, выходите из него и уже четко понимаете, о чем вы мечтаете. Потому что я очень часто вижу, когда люди клеят картинки, они клеят не свои желания, да, а некие навязанные желания. И вот такие медитации они помогают проработать этот момент. Напишите, поделитесь впечатлениями, каково сейчас было, классно, не классно, как это вообще физически ощущалось, понравилось или не очень, какие вообще страшно, может быть, кому-то стало, может быть, кому-то было очень кайфово. Прям вот поделитесь, я хочу узнать, как вам, как это было, настроение поднялось, я заулыбалась, говорят девочки, у меня почему-то слезы отчасти, вот слезы, это вообще классно, когда чувствуете, что какая-то медитация вообще у вас вызывает слезы, делайте ее постоянно, это говорит, что она что-то цепляет в вашей душе, а значит, где-то там есть рядом ответы на любые ваши вопросы. Но вообще, мне нравится вот это в вот Тетахилинге, то что он говорит о том, что все ваши. А... Вопросы возникают, во-первых, не просто так, и все ответы есть внутри вас. И в таких медитациях их можно вытащить, почувствовать. Но для этого нужно вот уметь чувствовать тело. Девочки говорят: спасибо, спасибо, супер, спасибо, спасибо. Мы, кстати, медитации очень редко делаем, но если интересно, можно как-нибудь прямо в прямом эфире сделать. В прошлый раз мы решили, что будет, если 50 человек. Но вот сегодня что-то у нас нет опять 55. Уходили 39 максимум было. Но я буду рада, если у нас соберется 50. Тревога внутри так бывает, как когда покупаешь новую машину. Это добрая тревога или не очень добрая? На машине всегда срабатывает, отлично, вы хороший психолог. Это была медитация, мы не занимались сейчас психологией, друзья. Восторг победы, вдохновение, супер, супер, я рада, что вам понравилось. Вот девушка говорит, плохо получается пока, если плохо получается, welcome к нам на марафон, будем там учиться. А если хорошо получается, то вообще приходите, точно будем прокачиваться. Ох, какой сегодня кайф, мурашки, пульс, даже чувствую, участился кайф, здорово. У меня почему-то слезы, так, все, кажется, я всех прочитала. Девочки, я очень рада, что вам понравилось, было бы отлично сделать эфир с медитацией. Хорошо, отлично, 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 здорово. Я рада, что вы довольны. Вот такие вот специальные ежедневники, собственно, мы сделали для того, чтобы вы могли во время вот этих медитаций представлять и физически тактильно да, себя в это состояние вгонять. Это потрясающе, когда ты еще вот присоединяешь это к чувствам, это здорово. И вот смотрите, еще цвета разные, да есть, то есть вы можете работать э, над своими желаниями, фокусируясь на конкретных цветах. Там, где ваш фокус внимания, там, друзья, и вся ваша энергия. Чем больше фокуса внимания вы погружаете на какие-то конкретные ваши мечты и цели, тем быстрее это приходит в вашу жизнь. Так, что-то как-то мы это расслабились с вами. Я тоже такая хорошо стало. Давайте спросите меня уже что-нибудь. Я на ваши вопросы поотвечаю, потому что что-то я совсем расслабилась с вашей имитацией. Игорь мне говорит время. Давайте я, немножечко вам наш набор покажу. Мне кажется, я так давно не рассказывала про них. А, вот смотрите, в каждом наборе вы найдете картиночки, с помощью которых вы сможете по секторам, да, повырезать, попонаклеивать, попредставлять, вот так же, как я вам рассказываю. Медитация я постараюсь закончить где-то, наверное, к середине ноября. На самом деле, если вы меня будете подгонять с такими вещами, будете мне писать, например, я хочу медитации, давай, давай, делай, и тогда я уже буду более активно работать, потому что вот эта погода холодная, такая московская, она тоже расхолаживает и я тоже такая просыпаюсь. И девочка начала уже, знаете, Ева раньше была будильником, Ева просыпается в 7 утра, все встали и пошли, Ева просыпается в 10, в 11, если ее не будить, потому что на улице темно, солнце не светит, ребенок никуда не собирается, у него все хорошо, он хочет спать, просто в зимнюю спячку впадает, ну, в целом это по физике нормально, но вы понимаете, да, что когда ты что-то создаешь, какие-то продукты придумываешь, нет времени спать, надо что-то делать. Так, расскажите про марафон. Марафон у нас будет 12 ноября, соответственно, мы будем его делать до 29 ноября. Что получат участники марафона? Во-первых, у нас будет 9 классных заданий, это будет 9 видео, видео, которые вы будете смотреть, плюс еще один прямой эфир, на котором мы будем с вами бонусно разбирать, как создавать карты карту желаний. А, значит, темы можно посмотреть, какие будут в этих заданиях, в этих темах, да, даже это не задания, наверное, это именно темы какие-то, которые мы будем с вами а, разбирать. А, можно посмотреть будет по ссылке на сайте. Если вам интересно, прям зайдите в директ, напишите, Игорь даст вам ссылку там, собственно, можно оплатить и все-все-все подробности узнать. Что еще надо знать про марафон? Цена на марафон будет повышаться, сейчас самая маленькая, и чем ближе к дате, тем будет выше, естественно. Есть несколько тарифов, можно просто поучаствовать, да, во всем поучаствовать, быть в общем чате, в общей движухе. Можно взять тариф, на котором вы будете не только участником, но еще и будете получать обратную связь от меня, и можно взять еще VIP-пакет, это вы все найдете, собственно, в тарифах, там же на ссылке сайта. Что интересного будет в марафоне? Мы с вами разберем очень подробно 9 ваших основных желаний по секторам. Каждый проработаем по всем правилам, разберемся, что такое визуализация, разберемся со страхами, разберемся с установками, расскажу, как их прорабатывать, какие-то фишечки свои дам. Мы сделаем две классных медитации. Планирую сейчас в этом марафоне добавить еще несколько. Надеюсь, все срастется. Думаю, вам понравится. Что еще мы будем делать? Мы будем с вами вот эти все желания потом запускать делать активацию ну и в конце все желающие мастер-класс соответственно посещают по созданию карты желаний все участники которые придут на этот марафон ä, при заказе карты желаний получают одно ну, смысле нашего набора uh, получают небольшой подарочек uh, ну вроде как я все рассказал в целом вот сам марафон очень классный мы его создавали очень долго поэтапно вы будете видеть каждый урок на видеофайле будете смотреть в удобное вам время Время. Будет общий чат, где мы будем с вами общаться. В общий чат я постараюсь в этот раз добавлять еще некие практики, которые, ну, такие, знаете, дополнительные задания для желающих. Для того, кому хочется заняться своим саморазвитием, можете их тоже поделать, если у вас будет время. Это у нас будет в марафоне. В целом польза от марафона колоссальная. Вы проработаете каждое свое желание и поймете, почему где-то что-то не сбывалось. Мы сделаем медитацию на предназначение, на поиск себя, на то, чтобы разобрать, где ваши. Истинные желания, а где не очень. И вот будем об этом говорить и много-много-много работать. А, цена, кстати, очень недорогая, сейчас 990 рублей. То есть, mm -hmm. эта скидка сейчас 50%. Такая цена будет до 1 ноября. Если до 1 ноября не успеваете, то там уже будет повышение идти. И, соответственно, каждую неделю будет даже не неделю, там, каждые 5 дней получается, да, подъем будет. А я еще хочу, знаете, что вам сказать? У нас же будет. Вот сейчас внимание такая. Это <реклама> <реклама> Этого еще не было. <реклама> что будет, что будет? Будет настоящий мастер-класс офлайн, когда они вот так, а глаза в глаза. <реклама> По-настоящему мы соберем, значит, от 10 до 15 человечков. Думаю, что это девочки будут, потому что у нас больше девочки приходят. Что будем делать на мастер-классе? Во-первых, он будет 20 декабря. Внимание, внимание, декабря, 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 не ноября, не октября, декабря. Декабря это значит на Новый год. Это очень классная дата, плюс это воскресенье. И мы с вами, я еще 21 думаю делать, но пока вот на 20-е только берем. 21-го, 12 20 12-го, 20-20 мы будем делать мастер-класс оффлайн по созданию карты желаний. Это будет либо лофт в студии новогодняя, либо, если все будет так, как я хочу, и мы соберем нужное количество человек, то мы с вами пойдем в Москва-Сити на 62 этаж. Тоже будут апартаменты, которые будут такие с елочкой, в общем, все в новогоднем стиле, где мы с вами на протяжении трех часов будем делать м, свои карты желаний. В этот мастер-класс уже будет включен набор премиум наш, что было легче и просто составлять. Можно будет задавать вопросы. А мы постараемся успеть. Ну, соответственно, если кто-то не успевает, то мы по секторам пройдем, да, ведь все желания поймем, как делать. А дома вы сможете уже доделать. Там же будет сладкий сюрприз от нашего кондитера. Там же мы подарим всем участникам небольшие новогодние подарочки от нас. Там же будет профессионализм профессиональный фотограф, который будет с нами 2 часа и каждая, абсолютно каждая с этого праздника уйдет с красивой фотографией, поэтому туда можно будет наряжаться, вы также нас пофоткуют просто в самом процессе, эти фотографии вы все получите, ну и, соответственно, если даже появится желание, может быть, какие-то дополнительные фотографии обработать, это вы уже будете с фотографом разговаривать. И я пока разговариваю с нашим фотографом на тему одной фотографии, отретушированной для каждой, чтобы каждый себя почувствовал красоткой. Вот, это по поводу мастер-класса. А, мне кажется, я все вам рассказала. А, еще медитацию там обязательно сделаем, чтобы погрузиться да, в процесс, чтобы вам было комфортно, чтобы вы расслабились и не думали о том, что я здесь никого не знаю. В общем, у нас будет такой классный девочкин-круг. А, я думаю, что вам всем очень понравится, и думаю, что мне тоже. Если будет очень много желающих, то повторим. А так пока вот одна дата 20, 12, 20, 20. Цена также сейчас пока зафиксирована, и ближе к дате будем уже ее поднимать. Я хочу собрать максимум 15 человек. Больше собирать не будем, потому что ну, нет смысла в этом. Нужно, чтобы все могли общаться между собой, со мной, чтобы всем было комфортно, чтобы фотограф всех успел пофотографировать, чтобы сладкого сюрприза на всех хватило. Ну, в общем, как-то так. За всеми вопросами. А если я из другого города? Простите, но мы делаем в Москве, я самое главное не сказала. Делаем для москвичей. У Игоря есть мечта, что мы когда-нибудь отправимся в такой некий трип, в котором будем собирать людей на мастер-классы. Если соберемся, обязательно вам расскажем об этом. Ну вот пока вот Москва. Москва, привет, Москва. делаем в Москве. Остальные приходите на марафон. У нас будет вот этот ноябрьский. Не знаю, будет ли в декабре, пока вот только на ноябрь. Потому что в декабре, как вы помните, у нас организация праздников, и если Дед со Снегурочками все-таки в рабочий строй войдут. Значит, мы будем весь декабрь активно, активно работать. Кстати, если вы хотели на Новый год кому-то подарочек заказать, то в ноябре уже самое время об этом думать, потому что а, в декабре у нас уже очень большая загрузка. И чтобы точно все успело прийти, чтобы не было никаких накладок на почту, лучше в ноябре все заказать. Ежедневники вот такие в наличии есть. Сейчас пока цена та же, 1990. Мы уже продали 30 штук, как вы помните, я рассказывала, 50 пойдут вот по этой цене, 1990. То есть еще 20 штук осталось по этой цене. Дальше цена уже будет повышаться, потому что дизайнерская бумага подорожала, все подорожало, но мы цены менять не стали. Соответственно, 1990 это старая цена ежедневника, вот по этой цене можно еще забрать. Пишите в директ, сейчас наличие они есть, есть, есть. Так, ну вроде бы я все рассказала. А, в прямом эфире будет проходить. В прямом эфире будет проходить только мастер-класс, который от марафона. На марафон приходите, там мы в конце сделаем прямой эфир. А тот, который вот мы будем делать, нет, его мы не будем делать в прямом эфире. Мне кажется, вам будет скучно, если вы будете смотреть, как мы такие развлекаемся, у нас там весело, классно. Это, конечно, идея включить камеру, но мне кажется, что не надо. Мы, конечно, подумаем об этом. Так. Ну что, жду от вас сердечек, жду от вас классиков, там каких-нибудь штучек таких, как во сегодняшний эфир, огонь-огонь. Ну, поделитесь со мной своими эмоциями: зашло, не зашло, как оно было, каком такой формат, кстати. Мы с вами медитации делали вообще только один раз. И то у меня там все в шоке были, кто пришел, такие: что, что происходит, что происходит? А сегодня мы такие разы в эфире прям сделали. Так, ну-ка, делитесь со мной эмоциями своими энергиями, делитесь. Цены, все в личку. Пишите все в директ. Если что, у нас можно заявку оставить. У нас есть активная ссылка в WhatsApp. Там можно пообщаться, все поспрашивать. А так в директ пишите. Так-то, в цены все будут э, вытащены на сайт. И все цены я тоже еще озвучу в самом э, профиле нашем инстаграмном. Но если что, будьте первыми, успевайте. Идите лучше в директ, чтобы все было быстрее. Я сейчас хочу смотреть вашу реакцию. Игорь мне показывает: время-время. У нас сейчас эфир не сохранится. Ты что? Ты что, Говорит. Я не знаю, сколько минут мы уже говорим с вами. Девочки, я рада, что вам понравилось. Эфир супер. Вы такая милая и милая. И вам большое спасибо Я рада, что вы все сегодня пришли Тиктокеры, привет вам! Мне кажется, я с вами сегодня почти не разговаривала Они хоть что-нибудь дописали, нет? Писали они там, нет? Нет, нет, не писали. Ну что, большое спасибо, что вы сегодня нашли время. У нас суббота, 9.30, а вы здесь со мной, это здорово. Я рада, что вам понравилось. Надеюсь, вам сегодня было полезно, занимательно, интересно. Приходите, пишите в директ, размещайте заявки. И если кому-то идея с медитациями нравится, дайте мне знать, пожалуйста, чтобы я начала активнее работать. Потому что, ну, такой мне пинок под зад нужен волшебный, потому что я, правда, немного ленюсь. Вот, буду вам рада. Спасибо, что пришли, вижу очень ваши сердечки. Очень многие люди начали возвращаться, потому что уже первая карта много избылось. Игорь говорит рассказать вам. Наверное, вы и так его слышите хорошо. Он тут говорит, что старые клиенты стали возвращаться, и очень многие, кто делал на Новый год, сейчас возвращаются и говорят, а, она работает, 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 дайте две, заверните еще. Ну, примерно с таким посылом. И, кстати, если вы уже брали карту желаний, новые карты будут, мы сейчас их доделываем. И к концу ноября полностью для тех, Только уже... для тех, кто уже делал, будет карта 2.0. Ее можно будет приобрести и, соответственно, сделать новую карту. Для всех, кто делает в первый раз, вы используете наши стандартные наборы: стандарт, премиум и элит. Ну и как обычно, самый классный набор, который я вам рекомендую взять, это премиум, которым вам хватит максимального количества картинок. Он, кстати, в мастер-класс, вот этот, который будет у нас оффлайн, он будет включен. Это я же сказала вам, да? Сказала. Если будет желание у кого-то до элита апгрейдить, то так можно будет сделать, просто дополнительно оплатив. Разницу между и премиумом и элитом. Там даже мини-скидочка получится. Ну что жду от вас, сколько стоит карта желаний. Карта желаний стоит 1790 рублей, самый стандартный вариант. 2890 премиум, 5000 рублей, самый классный элитный, который вот самый крутой набор. Приходите в директ, там вопросы задавайте, Игорь на все ответит. Элиты очень быстро Да, элитов 5 штук в наличии, так что если вам надо, пишите. Да, пинок нужна, нужна, говорят, а меня пинают кто-то. Ну все, я с вами прощаюсь спасибо, что приходили. Поцелуйчики вам, поцелуйчики сладких снов. Хорошего праздника, выходного такого. Пока-пока.